Всем привет, с вами Цветозавр, и в данном видео мы прогуляемся по одному питомнику, который специализируется на выращивании орхидей. Если интересно, тогда мы начинаем! Хочу сказать, уже на входе нас уже, знаете, атмосфера такая какая-то подготавливает, что что-то сейчас будет интересное. Уже мы можем видеть фаленопсисы, которые растут на деревьях, какие-то сумасшедшие тилансии, бромелии. Я уже вижу впереди пространство, знаете, такое атмосферное. Я вижу, кошечки тут бегают, еще миленькие. Ну, давайте посмотрим, какие фаленопсисы здесь продаются, и может быть что-нибудь купим. Но мне до сих пор нужен грунт и горшки. Пойдем. Посмотри, какое решение. Сразу готовое решение. Уже за тебя все придумали. Коряшка, к ней на нее посадили уже орхидею. $75. Блин, круто. Вот за вот такое я бы отдал 75. Мне нравится. Прикольно. Может быть, конечно, другую орхидейку, но прикольно. Американские кошки не знают, что такое кс-кс. Ну и что? О, смотрите, как здесь красивенько. Давайте, ну давай начнем отсюда, посмотрим. Здесь вообще какие-то неизвестные мне вещи, какие-то микроформы орхидей. Не буду даже трогать и как-то пытаться прочитать эти названия, потому что для меня это темный лес. Я в этом совершенно ничего не понимаю, но немного вам покажу. А вот сюда давай посмотрим, смотри, какие тилансии сумасшедшие. Просто это какие-то гости из космоса. Прикол. Здесь тоже есть микро. Говорю тоже, потому что недавно уже гуляли по одному садовому центру. Но это не садовый центр, это прям питомник. Здесь их прям выращивают, я вам покажу. Вот такие вот малышки. Малышки. По $10. Походу в этом садовом центре, в этом питомнике очень любят всякие редкие растения, потому что я вот нигде не встречал варигатной алаказии. Я так думаю, что это алаказия. $150. Слушай, ну мне кажется, это еще недорого, учитывая, насколько варигатные сорта дорогие. Идем сюда. Здесь вам не обычные фаленопсисы, а всякие какие-то микро орхидейки. Смотри, я надеюсь, получится это заснять покрупнее. Такой бордовый. Затем смотри, вот этот вообще какой-то чумачечий. И здесь заиграла песня Кэти Перри, поэтому пишу звук сверху, потому что за такие композиции YouTube меня быстренько заблокирует. На данном стенде представлены редкие сорта орхидей, такие микроверсии. Цветочки по форме напоминают анцидиумы, но я не уверен. Все растения были по $25, и что мне очень понравилось, что все можно было потрогать, посмотреть, пощупать, и никто тебе ничего не скажет, и взять этот горшочек и пойти на кассу. Безумно приятно. А вот посмотри, что за чудо-зверь. Хорошо, что там есть табличка, и вы без труда ее прочитаете. Вот, я показывал только цветущие, показываю только цветущие орхидеи, потому что, смотря на листья, я, к сожалению, не могу никак это прокомментировать, так как я в этом не силен. Но, возможно, когда-то буду знать. Также здесь очень было много ванд, как цветущих, так и нет. Но вы наверняка их уже видели в заставке и увидите немножко дальше. Также здесь была орхидея с непроизносимым названием. Даже не буду пытаться, оставлю просто ссылочку. Птичку, точнее. Но она уже была в цветах. Цветы мне напомнили вообще цветение ирисов, такие махровые. Растения были все очень ухоженные. Эта орхидея достаточно дорогая, то ли 50, то ли $70. Вот все были посажены в вулканическую лаву. Я как начинающий архиман изучаю грунт, что где во что посажено, чтобы сделать самый лучший идеальный грунт для своих орхидей. А эта орхидея привлекла мне своей расцветкой, такая яркая, просто такая ядерная, такая
Все по-майамски. Так, а здесь представлены обычные фаленопсисы, которые есть в каждом городе, в каждой стране, в каждом магазине. Покажу просто общий вид. Продаются они по 15 и по 20 долларов, а мы пойдем в поиски каких-нибудь экзотических. Вот, например, мне попалась еще варигатная форма орхидеи, но без цветения. Ума не приложу, как она будет выглядеть. Прям чувствуется, что здесь по-другому относятся к растениям, потому что во что они посажены, как они подрезаны. Это прям вот тут прям профессионалы. Обочки, о боже, смотри, это, наверное, цимбидиум, что ли. Ты сейчас умрешь. Посмотри. Я такого не видел. Цветочек, конечно, потрепало, не знаю, то ли он уже отцветает, то ли его там ветром потрепало, но выглядит просто космический космос. Смотри, как он в горшочке. Прикольно. Так, а ценничек у нас есть? Для тут кошек тьма. Ой, вот этот прикольный, смотри. Анцидиум. Да, анцидиум. Боже, я даже что-то смог прочитать. Тут какой-то кончик у него немножко отвалился. Микромосты, микроскопические цветочки. Ну, прикольно. Кстати, обрати внимание, здесь, кстати, только что отошел мастер, который сажает орхидеи. И он сейчас куда-то отошел. В общем, не будем мешать, пойдем дальше. Любителям орхидей на блоках. Здесь тоже большой выбор. Но никто не цветет. Нечего показать, никакого цветения. Или вот сюда, смотри, здесь какая установка. На блоках, на блоках, на блоках, на блоках, все на блоках. Я представляю, любителя бы орхидей вот здесь бы просто порвало на кусочки, читать, изучать. Здесь круче, чем в любом ботаническом саду, я вам скажу. И вообще весь этот питомник находится в таком тропическом лесу. Не в таком, а в тропическом лесу. То есть, знаете, такая лужайка посреди тропического леса. Представляешь? Вот если сейчас мы пройдем сюда, мы увидим его край, этого леса. Здесь сюда. Вот, это же просто идеальное место для выращивания орхидей. Ну, идем смотреть, о боже, идем смотреть дальше. Кстати, редкие растения, варигатная монстера. Ну, не варигатная, как там она называется, звездное небо. Тоже бесценное, это, наверное, материнское растение, возможно, тут. По моим ощущениям, половина этого питомника были не цветущие орхидеи, фаленопсисы, цимбидиумы и так далее. Огромное количество вант и растений на блоках, такого я раньше нигде не встречал. И у меня такое ощущение, что они выращивают растения, скорее всего, для своих же магазинов. У них есть свои же магазины, я думаю, это не массовое производство. А теперь самое время пройти и посмотреть, какие горшочки и грунты предлагают нам в этом питомнике. И первые горшочки на моем пути — это горшки из терракоты. Наверное, знаете, такая база, классика. Наверняка орхидеи в них очень хорошо себя чувствуют. Разные размеры, разные формы, множество дырочек. Но, к сожалению, они мне не подходят по стилю, хотя они мне очень нравятся визуально. Это вообще, по-моему, не для орхидей. Здесь жить не будут. Головы тоже не для орхидей. Блоки. У меня нет пока орхидеи для блоков, но буду иметь в виду, что здесь они продаются. Ничего, такие простые спилы. Коряги обожаю, когда-нибудь куплю. Мне нравятся коряги с петилансиями. Также здесь продавался мох сфагнум. Кора классическая, которая в каждом супермаркете продается. Ну, хотелось бы для своих орхидей что-нибудь повкуснее. И самая классная кора была вот эта. Она была уже с перлитом и с древесным углем. Я думаю, возможно, ее и взять. Но пока я думаю, покажу вам что-нибудь еще. Также помимо орхидей здесь можно купить различные сорта бромелии, тоже оформленные уже в подвесных кашпо. И даже вот такой вот, например, коряшки. Смотри, как здорово. Я часто вижу у людей, люди сажают эти бромелии, судя по всему, они супер неприхотливы. Сюда падает дождик, и они разрастаются в огромные вообще просто сумасшедшие кусты. Также здесь есть платицериумов много. Сейчас покажем кое-какие. Вот, платицериум. Видишь? Но, как я говорил, здесь выращивают не только орхидеи, но и много других растений. Сейчас быстренько так обзорно пройдемся. Очень уютное местечко, знаете, прям вот такая тишина, спокойствие, такое ощущение, что мы находимся где-то далеко-далеко в деревне, где нету города. В общем, кайф.
также для твоих участков, для ваших домов, стрелицы, филодендроны, хамидореи, антуриумы, шикарнейший антуриум, джангл буш. Сумасшедший, очень мне нравится, и когда у меня будет дом, когда у меня будет пространство, у меня будет джангл буш, и это будет просто огонь, огонь, пожар. Тещины языки, щучьи хвосты, а также сенсивьерии, лесные кактусы, очень много сенсивьерии массаниана, если я правильно понимаю, массаниана, ну, в общем, как-то так. А вот, смотри, какой филодендрон, я думаю, что это филодендрон с такими черными листьями, или алаказия, слушай. Это просто какой-то прикол. Также фикус элерата. Такие вот небольшие, небольшие кустики. Не по неизвестной цене. А если неизвестная цена, значит супер дешево. Вот такой мой вердикт. Пальмы. Филодендроны алаказии. Вот это вот прекрасная, кайфучая пальма. Здесь, я так понимаю, уже заканчивается этот питомник. И начинаются дикие джунгли, где нас могут сожрать аллигаторы. Но мы не пойдем туда. Будем среди котиков тут крутиться. Монстеры Monkey Mask, но, возможно, это не Monkey Mask, но похоже на нее. Вот эта зелень безумно популярная в Майами, во Флориде. В каждой клумбе растет. И кактусы, о боже, шикарные. Немножко даже суккулентов есть, смотри. Цериусы, эуфорбии. А, или вот эти варигатные формы. Наверное, эуфорбии, я думаю. Такая эуфорбия лактея, варигата, там, крестата. Монстроза. Иначе быть не может. В данном питомнике я не нашел подходящего горшка для своих орхидей. И субстрат, ну, конечно, есть хороший, но я решил еще подождать. Ну, а на этом обзор и наше видео подходит к концу. Спасибо, что смотрели. И до встречи на канале. Пока-пока.